Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти? Этой новой власти сущность ее состоит в том, что прежде государством управляли богатые или капиталисты. Богатые капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. Притом в массовом числе как раз те классы, которые капитализму предал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 90-х из капиталистов или из богатых, на 90-х из капиталистов или из богатых, на 90-х из капиталистов или из богатых. Первый раз в мире власть государства построена у нас, в России. Только рабочие, рабочие. Исключая эксплуататоров, составляют массовые организации советы, и этим советам передается вся государственная власть. Вот почему, как ни клевещут на Россию представители буржуазии во всех странах, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма, советская власть неминуема. Неизвестно и в недалеком будущем победить во всем мире. Победить во всем мире. Советские власти известны талисман. Она не излечивает сразу от недостатков прошлого. От некультурности, от наследия дикой войны, от наследия грабительского капитализма, но зато она дает возможность переходить к социализму, она дает возможность подняться тем, кого угнетали, и самим брать все больше и больше в свои руки все управление государством, все управление хозяйством, все управление производством. Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся, и потому верный, и потому непобедимый.